Шаббат шалом, друзья, всем привет с города Ильичевска, Одесская область, с синагоги такой общины, которая собирается здесь, вот в этом зале, Бет-Эль, Дом Бога. И здесь в эти дни провожу семинар. Вчера было начало, записи уже есть на ютубе, можете посмотреть. И записи, и полные записи, и фрагменты даже уже появились отдельно в нарезке. Поэтому тема очень большая, тема очень важная. Израиль и церковь. И, конечно, за вот такой промежуток времени короткий эту тему трудно так вот как бы раскрыть. Но по возможности, думаю, Бог нам поможет. Главные, важные, важнейшие вещи как бы раскрыть. Для себя и мне, и всем, кто приходит на эти семинары. Сегодня начинается такое субботнее служение. Вот там Рэбе, брать уже готовится. Это очень хорошо. Я тоже готовлюсь. Вот здесь кафедра, все как положено. Сегодня благословение будет такое субботнее. Значит, там свечи зажигать. Все как положено. Я хочу показать вам кое-что. Вот. Видите? Рыба готовит. Там, пожалуйста, будет хала. Плод виноградной лозы. Сзади меня вы видите такое очень красивая работа. Такое панно «Восстань, светись, Иерусалим». Сергей Иванович, а кто это сделал еще раз? Это жена киевского брата. Из киевской еврейской христианской общины. С киевской... Андрея Луговского жена. Андрей Луговского. А как ее зовут? Андрей Жена. А ее зовут как? Ну, слава Богу. Луговского, это Луга, да, знаменитая наша? Слава Богу, это всем известная, думаю, Луга. Луговской, значит, и вот это прекрасно, что вот его супруга так прекрасно все оформила, сделала. И с самого начала общины, я так понимаю, это панно украшает как раз это здание. Это здание арендованное, но, конечно, Бог даст, я верю, общине свою синагогу здесь. И, конечно, очень важно, чтобы евреи, не евреи, все могли прийти и прославить всемогущего Бога, Отца Небесного, и, знаете ли, услышать Слово Божье. Это очень прекрасно, конечно. И молимся за Одессу, молимся за Одесскую область, за Ильичевск, непосредственно за всех евреев, неевреев, за всех, кто проживает в этой земле. Очень красивый такой, знаете ли, возле моря прям, все есть прекрасно, казалось бы, значит. Но хочется, чтобы Господь, Он действительно спасал людей здесь, чтобы люди в этом прекрасном месте, в этой прекрасной земле, чтобы они познавали всемогущего Бога, жили в любви к Богу и друг к другу. И я думаю, этот семинар, он тоже будет способствовать как раз такому взаимопониманию, как раз именно Израиль и церковь, церковь и Израиль. Еврейская составляющая в теле Мессии, думаю, должна быть, ну, явлена очень многим верующим сегодня, и православным, и всем-всем-всем. Слава Богу! Ну что, дорогие друзья, с любовью в Мессии Ишуа, в Иисусе Христе, Сергей Журавлев, архиепископ Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. Следите за новостями, пусть Бог благословит. Да, и также молимся, и прошу вас тоже присоединяться к молитвам за семинары, намеченные на февраль месяц у нас в Киеве, в нашей церкви, Реформаторской Православной Церкви, потому что семинары будут тоже посвящены как раз, собственно, этой же теме. То есть это будет как бы развитие, расширенный семинар, недельный, даже чуть более, чем недельный семинар, как раз посвященный именно вот этой же тематике Израиля и церкви. Но там в феврале месяце, это будет вторая неделя февраля, если не ошибаюсь, это будет как раз время размышлений, рассуждений, молитв о как раз роли православного реформаторского движения в целом, обновленческого движения в целом, в этом непростом очень таком, знаете, разрезе Израиля, церковь, церковь и Израиль, покаяние в антисемитизме и проповедь евреям и неевреям, думаю, очень важно будет время. Пусть Бог благословит вас. С Богом. Шалом. Шаббат. Шалом.